Дорогие во Христе, братья и сестры, с праздником! Очень приятно, что на Гадроне города Орска собрались многие люди в нашем храме и идут крестным ходом. И дай Бог, чтоб труды каждого человека, кто принимает участие, совершая молитву, были приняты Богу. И по молитвам этих людей в городе, в стране стало намного лучше, чтобы люди любили друг друга, уважали друг друга и, конечно, обращали внимание на трудности, которые есть у каждого. Помогу, кому-то станет легче, кому-то станет не просто легче, а кто-то сможет продлить свою жизнь, благодарить Бога и оказавшего помощь. С праздником!